Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня 10 февраля был первый день, когда прибыли на Филиппины иностранные туристы. Все прибывшие туристы практически отозвались положительно о том, как они прошли все службы контроля в соответствующих аэропортах. Это аэропорт города Кларка, Сибу, Манилы. Были случаи, когда прибыли иностранцы, имея в руках сертификат, который не признает Филиппины. Один, как я знаю, произошел в аэропорту Кларка. Прибыл турист из ЮКА, Великобритании. А сертификат у него был с какой-то африканской страны. По-моему, Сомали. Ну, разницы здесь большой нету. Этот сертификат из страны, которая не имеет соглашения с Филиппинами о взаимном признании. Ему на паспорт поставили красный стикер и сказали: вам надо пройти карантинный отель, находиться в этом отеле 5 дней, после этого сдать тест. Если тест отрицательный, все, он свободен. Может ехать в тот регион, куда он хотел приехать. Вы спросите, а если у него отрицательный? Тогда ему придется весь карантин там пробыть 14 дней. Аналогичный случай с сертификатом был в Маниле. То же самое, иностранец поехал в отель проходить карантин. В соцсетях упомянули о желтых карточках ВОЗ, что якобы все нормально. Ни один человек не написал, как он проходил контроль в аэропорту.